Время октябрь, а уже решили повешать новогоднюю иллюминацию. Вера, эти готовятся заранее в этом году, потому что ее уже повешали в сентябре. А в мэрии сказали, что мы решили так пораньше повешать, чтобы не опоздать. Так боялись опоздать к декабрю, к 24 декабря, к Рождеству повешать иллюминацию, что повешали ее в сентябре. Интересно, ночью светится или нет? Причем непонятно, что значит опоздать. Ну, в ноябре или там какие-то праздники, ну, вроде никаких праздников нету. А повешали иллюминацию заранее. Короче, с наступающим всех Рождеством в октябре. Вообще по всей улице уже висит, то есть, в принципе-то успели повешать. Зато будем знать, что в этом году... А, люстру не повешали на площади. Не успеют, наверное. Блин. Как бы успеть тогда декабря им? Что-то у меня аж паника внутренняя начинается. Так, ну здесь возле церкви звездочки повешали. Ну, какие-то салютики. Ну, короче, можно точно сказать, что Юрет готов к Рождеству. Кто собирался приехать отмечать Рождество, Новый год в Испании? Юрет уже готов. Вообще по полной программе. Может, кстати, в этом году Рождество перенесли? Я что-то не знаю. Может, его не в декабре будут праздновать, а пораньше? Не знаю, не знаю. Ну и на площади возле мэрии-то тоже, кстати, повешали иллюминацию. Здесь еще мэрию саму не украсили, не успели. Ой, опоздаю, чувствую, не украсят. А здесь праздничный питанг играют пенсионеры. А елки-то нет еще. Ё-моё. Чужие заранее тоже не поставили. Вот тоже загадка. Интересно, будет с кубами елка или с шарами? Очень интересно. Но я думаю, что с шарами. Потому что елку не меняют, и вот эту шариковую ставят уже который год. Короче, Юрет готов к Рождеству. Может быть, просто заманивают, чтобы быстрее пришел или что? Ладно. Всех наступающим. В октябре Рождество. Сейчас здесь посмотрим. Тут ничего не украсили на набережной. Не видно ничего. Ё-моё, ё-моё. Надо поторопиться. А то так можно и не успеть украсить ёлку-то. Вернее, город. Ну, ёлку в том числе. Ещё турсезон. Вон люди загорают. А что-то на пляже народу не так много. Наверное, все уже ушли ужинать.